Джека, блокировки включил? Все работает, ну-ка покажи. Так, все читы включил, да? Оу! Давай! Давай, 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 давай! Газу до отказа! Оу! Ой! Оу! Можно в этом в аэропорту в VIP-зоне находиться. Пришли мы как-то. Это что за карту ты рекламируешь? Сбербанк, что ли, да? Не Тинькофф. Не Тинькофф. Господа, всем здравствуйте. Сегодня мы с ребятами, с друзьями собрались на покатушке. На хорошую, интересную локацию. На улице минус 12, солнечная погода. У нас есть сегодня на покатушках Toyota RAV4. 2 литра вариатор с имитацией блокировок. Есть Элька, новый Mitsubishi L200. Дизельный двигатель, 150 кобыл. Рама, блокировки, все полностью на механике. Ну и, соответственно, тоже я на патруле. Сейчас еще подъедет Нива. У нас предстоит проверить сегодня, как едет та или иная машина. Проверяем полный привод, диагональное вывешивание. И посмотрим, как эти машины преодолеют подъемы. Трасса готова, спускаемся вниз и проверяем. Здесь идет спуск, там потом подъем, возвращаемся, спускаемся и уезжаем налево на круг. И идет большой мощный подъем. Посмотрим, кто из них как поднимется. Первое задание — просто спуститься вниз. Здесь спуск не такой сильный. Спускаемся вниз. А вот дальше будет подъем. Джека, блокировки включил? Все работает, ну-ка покажи. Все блокировки. Так, все читы включил, да? Смотри, едем туда прямо. Вон туда прямо. И поднимаемся в гору. Давай. Да, первый пристрелочный. Посмотрим. Ну, так-то L200 должен нормально идти. Сейчас мы это проверим. Первый пристрелочный будет там, потому что есть еще коварная диагоналочка. Вон его как сразу же сносит в бок. Да, и снега насыпало нормально за эти два дня. Можно взять разгон и подняться вон туда наверх. Гора здесь достаточно хорошая. Снега, блин, по колено практически. Немножко стаскивает его. Ему нужно взять чуть-чуть другую траекторию и побольше разгона. И здесь есть уже следы. Я здесь ездил. Но снега было меньше. Сейчас снега прям очень много. Ох. Сейчас он колею пробьет. Так сказать, взрывает у нас трассу L200. Подниматься нужно будет кверху. Трасса здесь у нас выгорожена. Лента сигнальная. Ну чё? А ты знаешь, бери разгон немножко туда-назад, направо. И разгоняйся, и вот по этим следам иди. Здесь только ходами брать, потому что здесь колея. А внизу еще грунт такой, знаете, промерзший. Там лед. Вот сейчас он может попасть и провалиться в яму. Так. Стоп. Аккуратно, аккуратно. Там сзади дерево. Проходишь. Руль прямо. Нормально. Сейчас мы одну веточку уберем, потому что он задевает за эту ветку этим. Зеркало. Роет, роет. Сейчас нароет и поедет нормально. Колею пробьет. Ох. Это не так-то казалось просто, да? Ты пытаешься на пониженной? Ну, тут я на второй. А, ты на второй? Нет, здесь только с разгоном. Сейчас аккуратно давай руль вправо и тихонечко спускайся вниз, чтобы в дерево не заехал.
Вот это дерево здесь прям вообще, оно мешается. Не было бы его, было бы гораздо проще. Сейчас он это, взорвет здесь какую-то трассу. Оу! Ох, нормально. Роет, роет. И дизелем, солярочкой воняет. Да, стал, конечно, это... Не ахти как стал, да? Жека, только прямо спускайся, руль прямо и прямо все, и уходи. Не, почему с разгона можно? Я в нее поднимался. Стой, вот. Аккуратно, дерево. Так, смотрим новую, получается, траекторию выбираем. И попытаемся подняться кверху. Ну, сложно, однако, здесь. Очень сложный такой, сложный подъем. Нива-то заедет? Заедет Нива? Ох! Попер. Ух, снега, реально здесь снега по колено. Че, ты все сдался, что ли? Почему? Нет. А что ты не идет? Здесь и песок, и снег. Вон, вот видишь, вот, вот следы, видишь вот эти? Да когда ты спускал. Я и поднимался потом обратно. Только здесь было гораздо это. Не грунт. Не знаю. Че? Ну я сюда, наверное, не заеду. Да что ты говоришь, моя хорошая? Надо пробовать. Надо сразу же, получается, знаешь, откуда разгоняться, Жень? Вон оттуда как ты спускался, оттуда сразу же разгон и сюда ходами. Не, я имею в виду вон оттуда. Ты как шел сюда на спуск оттуда по дороге, по той. Если с разгону пройдешь, ты можешь уехать туда. Самое главное преодолеть вот это препятствие вот здесь, вот забраться, там уже пойдет. Да получится, что ты. Пробуй назад туда, съезжай обратно. С разгона. Ох, уже подальше заехал немного. Уже дальше заехал. Сейчас уже дальше едешь. Сверху сначала протоптать. Сейчас мы сверху проедем. Так, попытка номер... Такой сложный подъем. Не надо сверху натоптать сначала. Вы что, тут снег, конечно, он пока до земли не протрет. Димас, давай сверху. Ага. Мощный подъем. Хороший он прямо. Куда? А сейчас только если туда выйдет. Он сейчас выйдет. Пробьет, он там нормально будет. Самое главное вот эту преодолеть. Препятствие здесь. Я вижу, что здесь его сносит. Сейчас ему вот это препятствие преодолеть, здесь небольшая диагоналка такая. И все, и дальше он пойдет. Тут уже не опустится назад, не поедет. Разгон, 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 полностью все. О, нормально, Элька идет. О, провалился задним правым колесом, там как раз была эта ямка. Уже дальше прошел, да. Нормально катишься, нормально спускайся, не бойся, тихонечко. Там колея просто. Нормально, давай, 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 давай. Больше разгона хочется, да, взять? А тебе надо проехать вот это препятствие, тогда нормально будет. Как патрол здесь поедет. Вот уже дальше заехал. Хочется больше, да, разгона набрать сюда? Не-не-не-не, разгона. Жека, попробуй на самом деле с той стороны. Вот как ты спускался, прям ходами сразу же сюда наверх она пойдет. Так, а что за резина у тебя? Бриджстоун, шипы, да? Вот и проверим, как у нас Бриджстоун гребет. Здесь, кстати, это, здесь лед. То есть здесь лед, плюс перепад по высоте. Да, земля, ну здесь не мокрая земля, она просто скользкая. Я попробую в натяг. Так. Ох.
Хорошо. Жень, пробуй. В диагонали уже где-то зацепляется. Вот здесь диагоналка, потому что есть перепад по высоте. А что, одно колесо подлетает? У тебя переднее левое подлетает. Да. Это, кстати, мои следы тут остались. Сейчас мы их собьем вот так ногами. О, тут я уже все, видишь, упирается. Ну. А есть? Тут снег. Что я падаешь? Не, вот видишь, я колесом цепляю. Да. А есть лопата? Вот это твердое. Давай вот этот лопаты уберем. Вот этот. Лопата есть, Жень? По-любому есть лопата. На внедорожнике лопата в том-то и дело нужна. Так, RAV4, 2 литра вариатор. Просто спускаемся с этой горки. Бери! Прям правее бери! Вот-вот, вот так вот, вот так. Правее, правее, правее! О. Куда не попасть? Правее, правее бери! Правее! Во-во, сюда, давай, тихонько, тихонько. Вправо, руль вправо. Так, RAV4 спустился. Ну, спускаться, конечно, легче, чем подниматься. Нет, там сядешь на это. Куда? На брюхо, куда? Ну, там мы и не поедем. Все, спустились. Сейчас сюда поставим Ниву. Посмотрим, как Нива пойдет. Ну что, Нива, готова? Поехали! Ох, я думаю, что Нива-то нифига не заедет. Ты что, с ума сошел? Ох, его сразу же стаскивает. А не тут-то было. Все. Думаю, что там просто так. Раскорячился. Сзади дерево. Ай, зеркало, зеркало. Молодец, объехал. Так, ну только ходами брать. А он собирается здесь заехать, говорит, в натяг. Ну-ну. Элька у нас заехала вот отсюда, добралась. Сейчас Нива, не знаю, на куда едет. Посмотрим. Надо вот с этой стороны стоять. Со стороны елочек. О, как тяжко-то она идет. Влево-вправо. Не, не зайдет. А здесь так мощная диагоналка, даже копать ничего не надо. Вот тут очень такая большая яма, а здесь высота. Перепад по высоте и диагоналочка. Где там не у вас? Ну, давай. Давай, 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 давай. Газа до отказа. Воу! Ой! Воу! Фу! Ученые назвали это естественным отбором. Ё-моё! Вот это мощь! Я даже упал, блин! Ну почти заехал! Почти зашел, почти! Давай, давай! У него это получается! Он практически зашел! Чуть-чуть не хватило. Нифига себе! Интересно посмотреть, что там получилось на камере. Я в этот момент, когда он поднимался, я упал там, блин. Скользко было. Ух! Залетел, так он залетел, я аж упал из-за него. Сзади, когда обходил. Отойди оттуда, опасно, уйди. Колян, упал чуть-чуть, но скользко. Сейчас Нива покажет, как ехать надо. Ну, только надо завестись сначала. Сейчас водитель настроится, как радио, и поедет. Ну, эффектно он пошел, эффектно тогда. Я думаю, что сейчас точно так же будет. Все, летит. Белый ястреб летит. Ох. Какая резина стоит? Ну, она зимняя? Нет. А, только он еще на лете стоит, АТ-шная резина. А тут снега по колено, да еще и лед. Смотрите, как гребет нормально. У меня полный рот песка. Я же когда упал, он-то сзади буксовал. Ох!
Заезжает, заезжает. Чуть-чуть не хватает. Эх. Вот тут лед, просто лед. Здесь надо продолбить. Сносит его, сносит. На елочке сносит. Елочки не надо ломать. Тут лед. Так, у него все диагоналка. Правое колесо крутится, заднее. Правое тоже. Пытается, борется, Нива борется. Эх, блокировки-то не хватает, а? Не хватает блокировочки-то задней. Так бы нормально все пошло. Но он растопил, растопил. Ох! Давай, 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 толкай. Сейчас, чуть-чуть назад. Колян, давай, толкнем его. Вот до этого лучше была позиция, когда он... Вот стоп, стоп, а теперь пробуй. О. Не сдал? Садись, два. Так, что у нас там по резине? О, медвежонок нарисован, да? Что за резина? АТ-шная резина? Невасик, ты можешь. Элька нам взрывала трассу, Нива продолжает взрывать. Почти. Я думаю, сейчас спустится вниз и еще раз пойдет. Пробуй назад еще раз, получится. Аккумулятор сел. Сейчас заведется. Если что, с толкача назад. Нормально, ты нифига, ты видел, как она здесь заезжала? Не, здесь только надо будет сейчас вниз. Не-не, вниз. Лучше вниз спуститься, не хватит. Он упирается там. Летняя резина, АТ-шная. Но ничего, гребет. О! Упирается тут лед. Так, вспомнил то, что можно помогать рулем влево-вправо, лево-вправо. Заднее правое пытается, заднее левое. Но лед-то натопил до земли. Радиатор, радиатор включился. Вот сейчас пойдет, пойдет. Нет! Потихонечку, потихоньку начинает прорывать себе путь. Здесь пухляк, плюс еще лед. Ох! Давай, 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 давай! Ну почти! Еще чуть-чуть осталось, и все, он взял этот подъем. Все, пошел, пошел, бок, но идет. Все, пошел. Вот это бой, вот это бой. Такой битвы. Нивы пробуют RAV4. Вариатор 2 литра, имитация блокировок. Я ему сейчас сказал отключать автомат, ну, в смысле переводить в ручной режим на первой передаче. Я думаю, ему здесь делать нечего, он не сможет подняться. Тут надо либо разгон конский брать, чтобы заехать. Он, видите, даже там испытывает трудности по снегу. Резина у него, шипы. Поехал по колее, но тут лед. Не, не пойдет. Не пойдет. Поменяли пилота, поставили более опытного.
чем первый. Хорошая шутка. Тот первый, конечно, вообще мощь. А второй я не знаю, как он пойдет. По натоптанным следам-то что не ехать? Но, как видим, не получается у него. Видать, с утра кашу не поел. Слышу по звуку, он едет на пониженный. Но мне кажется, здесь нужно валить на всех ходах. Газ полаз, и тогда пойдет. Ну что, вы опытного посадили водителя, а? А, ему налить надо. То есть этот, если не налить, он не поедет, да? Так же, как Нива. Ох, давай, 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 давай. Поднимается. Потихонечку идет. Уперся он немножечко, там заднее левое колесо, бугор, диагоналка. Пробует раскачку. Но так можно качаться бесконечно. Все, катись назад. Жень, спускайся. Нет, говорит, я упорный, я буду пробовать. И все, его развернуло в не очень хорошее положение. Только назад спускаться и потом подниматься. Но не вас пока у нас лидирует. Элька не смогла подняться. Но мы сейчас после Нивы пустим Эльку, посмотрим. RAV4 он даже не смог подняться там, на пригорке. Но вариатор, что мы хотели ожидать от вариатора? 2 литра, машина тяжелая. Блокировок нету, имитации по легкому снегу могут быть полезны, но не по такому. А трасса такая достаточно хорошая. Это только лишь первое препятствие, первый подъем. У нас есть еще царь подъем. Там грунт более такой, знаете, скользкий. Но там тоже ходами надо заходить. Давай! Ох! Пошел, 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 пошел! Давай, тяни, 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 Нива, тяни! Все, вытаскивает. На морально волевых качествах ушел вперед. Молодец. Изи. Все, второй водитель кралли готов. Прошел. 50 грамм, что ли, ему налили? Почему поехал так быстро? Нормально. Наши зрители стоят. Болеем. Флажки надо в руки дать. Возвращается. Я, говорю, сейчас поеду обратно. Там же пути, говорит, нету. А внизу у нас Рафик стоит. Сейчас нежданчик прилетит в виде Нивы.